Всем привет! Проявился такой импульс записать флейту, которая уже как-то была запечатлена, да, у меня такое ощущение, что недостаточно было сказано о ней, может быть, да, хотя там было 10-минутное видео. В общем, это флейта 2.2 Секухати. Гибридная, скажем так, модель с прирощенным корешком, кленовой вставочкой вот здесь вот. В этой флейте очень много было сделано, чтобы, скажем так, вот этот вот кусок обычного бамбука приблизить по качеству к чему-то серьезному. Я сейчас посидел, поиграл и понял, что все-таки разница присутствует с корневыми флейтами, но тем не менее вот эта штука очень-таки достойно звучит и по плотности звучания приближается к корневым флейтам. Здесь у нас снизу встроена вставочка тоже. Она для того, чтобы попадание в строй происходило. Одна из дырочек немножечко подзаделана. То есть сужена, внутри коричневый цвет, морилка. Я попробую сыграть что-нибудь насыщенное, чтобы было понятно. Понятен мой посыл вообще, о чем это. Thank you.
какая флейта снова. Какие-то присутствуют, по балансу присутствуют какие-то бурления. Ну, на мой взгляд, они в допустимых пределах. То есть это тебе неуральные биения, они в чем-то даже очаровательны, когда они находятся в какой-то вот легкой разбежности между собой, какой-то эффект хоруса такого. А, ну, при этом присутствует и сладкая точка, вот это вот в англоязычном понимании, да, то, что называется это место, где все способ дутья, при котором все ноты звучат прям очень четко сбалансированно. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Всем спасибо. Пока и до новых встреч в эфире. С вами Алексей Шутько.